Мама! Мама! Да-да, мистер Кэшман, да. Мы... Простите, я не могу больше говорить. Я у зубного врача. Ой. Hello. Ой, какое счастье. У вас кондиционер. Да-да. На улице 40 градусов жары, не меньше. В Калифорнии временами бывало жарко, но такого я еще не встречала. Добрый день, Бобби Митчелл. Добрый день. Входите. Я закрою двери, станет еще прохладнее. О. С трудом разыскала вашу квартиру. Все двери выглядят совершенно одинаково, как в этой... как у вас мило. Да. Мне очень нравится. Ага. Я не помешала? Быть может, вы заняты? Нет, я ждал вас. Помните, мы условились. Да, боялась, что не успею вовремя. Я ведь прямо с конкурса. Вы пришли абсолютно точно. Мы договорились на 3 часа. Ага. С вашего позволения. Ой-ой-ой. Ой. Наверняка не меньше 40 градусов. Дышать и не пытайтесь. Так позвольте, я сниму плащ. Нет, нет, вы уверены, что я не мешаю? Могу зайти попозже? Ни в коем случае, ни в коем случае. До 5 я свободен. Ага. До 5. Ага. Люблю этот район. Улица показалась мне знакомой. В этом квартале когда-то жила моя подруга. 35-я, да? Нет, 37-я. Значит, она не могла здесь жить. У вас прохладно, а на улице настоящее пекло. Вы знаете, мой аккомпаниатор все-таки появился. За что я должна благодарить вас. Вчера в парке вы были так любезны, я этого никогда не забуду.
Ну вот, разболталась и даже не поздоровалась с вами. Добрый день, Бобби Митчелл. Ага. Добрый день. Я пришла. Я вижу. Я так много болтаю всегда, когда нервничаю. Вы заметили, попробую помолчать, но вряд ли у меня это получится. Вам придется извинить меня. А вы нервничаете? Нет, сейчас уже нет. Я нервничала до прихода сюда, у меня произошла ужасная история с таксистом. Но об этом лучше не надо. Забудем, 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 забудем. Я просто таю от жары. Так получайся ему плащ. Нет, нет, если растянусь на полу без сознания, придется рассчитывать только на вашу порядочность. Можете быть спокойны. Да, вы не таксист. Вы не позволите себе ничего подобного. А чего, например? Ну, он хотел, чтобы я отдалась ему под мостом Манхэттен во время его перерыва на завтрак. Я так испугалась, что мне показалось, будто обе ноги у меня левые. Ай-яй-яй-яй. Но теперь уже все позади. Забудем, забудем, забудем об этом. Я, наверное, ужасно выгляжу. Ничего подобного. Вы чудесно выглядите. Быть того не может. Дайте мне передохнуть 3-4 минуты, я покорю вас. Да? Вы стали ниже ростом. Я? Со вчерашнего дня? Почему вы стали ниже ростом? Я не понимаю, как это могло случиться? Шлёпанцы! Вчера в парке я была в шлёпанцах, а сегодня я купила себе туфли на высоких каблуках. Не волнуйтесь, вы не стали ниже ростом. Это я стала выше. Впрочем, вы и сами знаете. Люди часто к старости... С трудом разобрала ваш почерк. Думала, что пришла по другому адресу. 37-я, а 432. Да. Наверное, так оно и есть. Иначе где я? И кто вы? Ой, как глупо. Почему? Ой, как глупо. У меня сегодня винтика не хватает. Пст-пст. Ну, а это только из-за жары. Уверяю вас, все винтики на месте. Нет, не хватает. Пст-пст. Это мне так уж. Знаете, у вас бездна обаяния. Знаю. Бездна. Знаю, но винтика не хватает. Это придает мне особый шарм, не правда ли? Не полагается так о себе говорить. А чего же? Откровенность делает людей... Прелесть какая. А? Я не заметила, вы сбрили усы. Какие усы? Как, какие? Разве вчера у вас не было усов? Не было. Никогда не было? Никогда. Мне они не идут. К тому же слева плохо растут. С кем же я вас спутала? С каким усатым я встречалась вчера? А вот этого я вам не могу сказать. И я не могу вспомнить. Из-за этой истории с таксистом у меня все улетело из головы. Вы подумайте только, что творится в Нью-Йорке. Всего 4 дня, как я вернулась, но уже поняла, что в такси садиться опасно. Забыть. Согласен, давайте лучше выпьем. У меня есть виски, водка. Записала фамилию этого таксиста. Макс Шонштейн. Хотела сообщить о нем в полицию, но он так расплакался. Слезы просто лились у него ручьем. Я боялась, что погасит сигарету. Сказал, что не хотел причинить мне зла, что 27 лет женат, что у него 2 сына, один в армии, другой в медицинском училище. Я пообещала, что не буду сообщать о нем в полицию. Так что вы думаете, он меня спросил, не передумала ли я, и не хочу ли я снова прокатиться с ним под мостом Манхэттен. Ай-яй-яй-яй. Ну, как я выгляжу теперь? Ослепительно. Ослепительно. Вы выглядите ослепительно. История так гнусная, вы знаете. Со мной постоянно случаются всякие истории. Лечу самолетом из Калифорнии, рядом со мной сидит пассажир. И весь киносеанс тискает меня. Нет, не хочу вдаваться в подробности. Вот такую квартирку я ищу. У вас есть балкон? Балкона нет. Он тискал у вас. А почему же вы не осадили его? Но это был китаец. Я хотела, чтобы он счел меня расисткой. И вы подумайте, только у него хотел наглости позвонить мне сегодня ночью по телефону. Вот вам и китаец. А как же он узнал номер вашего телефона? Понятия не имею. Может быть, я сама дала ему? Или кто-то другой. Забыть. И не слишком много болтаю, не даю вам слово вставить. Я весь внимание. Такие невероятные истории. Что значит невероятные? Вы что, не верите? Верю. Целиком и полностью верю. Да, потому что все это чистая правда. В этом и заключается их прелесть. Для вас, может быть. Меня они ужасают. Меня тоже. Вас найдется выпить? А, я вам предлагал. Виски, водка. Прошу вас, пожалуйста. Виски, водка. Я не впутываюсь в историю. Нет, нет.
меня в них впутывают. Так ничего удивительного, вы очаровательная девушка. Я не понимаю, почему избирают именно меня? Постоянные телефонные звонки со всякими непристойными предложениями. Да, в наши дни такое случается. Однажды меня не было дома, так он оставил неприличное письмо. Бог мой. А выражение, о, я такой похабщины в жизни не встречала. А один тип позвонил мне ночью по телефону и целые 15 минут рассказывал всякие непристойности. Целые 15 минут? Так надо было положить трубку. Послушайте, если вы не заткнете мне рот, я не замолчу. А который час? Сейчас скажу. Четверть четвертого. Ой, что мне такое? Надо позвонить. А, пожалуйста, вот телефон. Ага. Здесь вы пишете свои морские рассказы? Какие рассказы? А, да-да-да. Днем я работаю здесь, но квартира принадлежит моей матери. Я знала одного писателя из Калифорнии. Он писал сценарии для порнографических фильмов. О. Я сначала думала, что люблю его, а потом выяснилось, что он ненормальный. А как же это выяснилось? Ну, если я скажу вам, что этот человек точил зубы, остальное вы дополните сами. На кого он их точил? На вас? Нет. Ни на кого он их не точил. Он их просто затачивал, чтобы они были острее. С ума сойти. Ну, я же говорю, он был сумасшедший. Ой! Какая прелесть! Нравится? Это ваша мама? Нет, это я. А как же вы от него избавились? Долгая история. Я думала, он убьет меня. А это вы с отцом? Да. Это я с отцом, да. С человеком, который точит зубы, шутить опасно. Вы вместе служили во флоте? Да нет. На шапочках написано «Ресторан Королева моря». А вы меня извините за грубое выражение, но это был не человек, а дерьмо. Вы меня простили? Да, конечно, конечно. Но каким же образом вы связались с таким человеком? Чистая случайность. Он спал с моей соседкой по комнате, а потом она переехала. О, я вам уже рассказала о конкурсе. Еще нет. Вы должны уйти? Нет, до 5 я буду здесь. Так что же случилось на конкурсе? Я выступила потрясающе. Да? Дэвид Мэрик был от меня в восторге. Дэвид Мэрик? Знаменитый продюсер мюзиклов? Да. А? Нет, я не знаю. Там было темно, и я не могла как следует рассмотреть. Но там сидел кто-то с усами, а Дэвид Мэрик всем известно с усами. Так или иначе, я прошла, ну ура! Безумно понравилось всем, и я бы получила роль. Но им требовалась негритянка. Да, вот так. Обстоят дела. Белому человеку нечего делать в театре. Тем не менее, все прошло блестяще, за что я должна благодарить вас. Вчера в парке вы были так любезны, я этого никогда не забуду. Дали мне $100, чтобы я могла уплатить аккомпаниатору. Мне, незнакомой женщине, повстречавшейся вам в парке. Я должна вам $100. Ну, зачем же спешить? То есть как, извините. Я обещала отдать их сегодня, и я настаиваю. Ну, если он так не терпится, пожалуйста. Но дело в том, что денег у меня сейчас нет. Ну, вы не волнуйтесь. Я не получу роль в Нью-Йорке, я дам ряд сольных концертов в Новой Зеландии. Вот я хочу вам показать несколько пробных снимков из фильмов, в которых снималась. Можете сами убедиться в том, что я настоящая актриса. Ага. Вот. Это я. А это кинозвезды Барбара Стрейзанд, Лайза Минелли, Аль Пачино, ансамбль «Мальчики побережья». Очень оригинальный фильм. Понятно. А это я с Фабианом. С Фабианом? А он? Он кто такой? Один из лучших людей на свете. Он меня спас однажды, когда со мной произошел несчастный случай в мотеле. Какой несчастный случай? Я избил один мексиканец. Что это был за мотель? Что за мексиканец? Я так, наверное, никогда и не узнаю. От полиции разве получишь информацию? Бог мой,
И чего только с вами не случается. Я вам могу такое порассказать, что у вас волосы станут дыбом. Не надо. Но я, разумеется, не стремлюсь попадать в историю. Это вы еще подумайте, что я какая-нибудь роковая женщина. Femme fatale. А куда вы звоните? Домой. Мне чертовски не везет с приятельницами. Что, вы сейчас снимаете квартиру с кем-то? Да. С Гиммлером. С кем? Отдельную квартиру я себе пока не могу позволить. Пока. Поэтому приходится пока снимать квартиру с преподавателем вокала. Нацисткой. Она не просто немка, она самая настоящая нация. Ходит в черных рубашках, в сапогах, с хлыстом и всякое такое. Бог мой, в наше время? Но тем не менее, педагог отличный, если, конечно, не возражаешь, что на тебе пробуют хлыст. Нет, нет, вы шутите. Какие шутки? Мне что, до шуток? Мне не до шуток. Я живу с ней только потому, что она не берет с меня никаких денег ни за уроки, ни за квартиру. Каким образом? Она убеждена в том, что я скоро стану знаменитостью и стала с ней делиться. Хочет вступить со мной в долю. А, алло! Хильда! Ну что такое? Бестер дрессер шмессер. И ты ее так дразню, она от злости прям на стенку лезет, да? Да, я. Что же, где? Нигде. Не там, где ты думаешь, во всяком случае. Приятелем. Из Голливуда звонили? Ну, где тебе знать? Я звоню уже полчаса. Ты что, в бункере отсиживалась? Да? Нет, моя дорогая. Нет, моя дорогая, к обеду я не приду. Одну минуточку. Мы с вами обедаем сегодня. Нет, нет, нет. Сегодня не выйдет. Я занят. Я занят. Да. Я приду к обеду. Но обещаю не позже 6. Все, 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 все. Auf Wiedersehen. Ой, какое счастье, что они проиграли войну. Иначе я бы еще не такое хлебнула. Ну, если вам так плохо, почему же вы не переезжаете? А куда? Вы женаты? О, да, да. Я женат. Я женат. Да. Люди иногда бывают такими зловредными. Вы не хотите выпить? Нет, я имею в виду не вас. Вы не зловредный, вы женатик. А женатики редко бывают зловредными. Их постоянно преследует чувство вины. Вы так думаете? Да. Всех без исключения. Что? Что вы делаете? Правда, одного моего знакомого женатика можно исключить, он просто исходил злобой. Ой, как я откровенна с вами. Что осталось от таинственной женщины, фам, фатает? Вы позвольте, я закурю? О, пожалуйста, курите на здоровье. У меня уйма сигарет. Без фильтра, с фильтром, каких угодно. Прошу вас. Благодарю вас, но я курю только свои. А, понимаю, понимаю. Обещайте мне, что не будете расспрашивать меня об этом женатике. Этот факт моей биографии я предпочитаю не обсуждать. Конечно, конечно, я понимаю. А если что-нибудь и скажу, то поклянитесь, что это не выйдет за пределы этой комнаты. Ну, раз вам не хочется, стоит ли рассказывать? По целому ряду причин я не могу раскрыть его личность. Назовем его условно мистер Икс. Все, больше ничего не скажу. Мистер Икс, больше ни слова. Арнольд Икс. Он живет в Калифорнии, Palm Springs. Угу. Занимается отелями. Угу. Все, больше ни слова. Угу. Я уверена, что вы о нем слышали. Ему недавно была посвящена огромная статья в журнале Time. А когда это было? Извините меня. Но секретов я не выдаю. А-а-а. Не будем об этом. Хорошо. Лучше покурите со мной. Откровенно говоря, я не курю. Я тоже. Как? Так или иначе, я познакомилась с мистером Икс 2 года тому назад в Аризоне. Я тогда гостила у одного режиссера, толстенького коротышки. И вот однажды ночью... Простите. Простите. Однажды ночью... Я не хочу перебивать. Вы что, курите марихуану? А? Громче не могу. За стеной в соседней квартире живет старушка. Она любит послушать. Это что, марихуана? Ага, передумали. Да бог с вами. Что? Существует это смесь. Смесь? Турецкий табак пополам с травкой. А. И мне их прописал врач. Что? Вместо транквилизаторов. Я совершенно не умею глотать таблетки. Они очень слабые. Попробуйте. Забываешься минут на 20. Быть может, позднее.
Но при желании можно накуриться как следует. Я курю их исключительно в лечебных целях. Между прочим, у вас очень приятная улыбка, вы это знаете? Вы да, так мне говорили. Вы человек славный, не какой-нибудь прохвост. Как вам сказать? Такие редко встречаются в нашем театральном мире. Надо сказать по правде, всем этом безумном мире. Большинство людей, с которыми мне доводилось... Большинство людей, с которыми мне доводилось... Все! О, да. Больше всего сейчас людям любовь нужна, но исчерпан ее запас в мире почти до дна, в мире. О, что я буду петь, когда попаду в мюзикл к Мэрику. Как хорошо. Господи, как хорошо. О, как хорошо, что у вас не белые стены, никаких решеток на окна. Что? Свобода! Тихо. Свобода! Тихо! Свобода! Тихо! Свобода! 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 И все. Свобода! Что? Что? Что это? А что? А, это стул. Это дверь вы заперта? Дверь, да. А что? Мне показалось, что кто-то шел за мной по пятам. Кто? Кто мог следить за вами? Кто? Откуда я знаю, кто? Кто-то. Проверьте замок. Закрыто. Что вы думаете, кто не знает, что вы здесь со мной? Какая прелесть! Вы боитесь, что какой-нибудь ревнивый псих ворвется сюда и вышибет вам мозги. Вот, было бы здорово. Настоящее кровавое побоище. Ну, знаете ли. Но это же лучший способ попасть в газеты. Не волнуйтесь. Я думаю, нам с вами ничто не грозит. Бобби, вы, конечно, понимаете, что я пригласил вас сюда исключительно из соображения удобства. Вы хотели отдать мне $100, и я счел, что здесь нам будет спокойнее, чем в парке. Ну, разумеется, я так и подумала. Ну да. Я же не предполагала, что вы намерены совратить меня. Куда там, к черту? Все. Все? Докурила свою сигаретку, как пай-девочка. Не забудьте избавиться от окурка. Распотрошите его и вместе с пеплом выбросите в туалет. Да, конечно. Пс-пс-пс. Что такое? Что? Пс-пс-пс. Ну что? А воду спустите дважды. Зачем? Вы представить себе не можете, сколько людей отбывают срок из-за того, что спускали воду только один раз. Спускать дважды? Надо будет запомнить. Мне кажется, запах. Запах остался. Входите, я открою окно. Давайте я открою окно. Бобби! Знаете, когда я встретил в парке, я сразу понял, что вы попали в беду. Только поэтому я заговорю с вами, чего я обычно не делаю. Вы мне показались такой одинокой и беспомощной. Только поэтому я и заговорил с вами. Бобби. Слава Богу. Пс-пс. Что? О, Господи. Пс-пс. Иду. Видели бы этого человека раньше? Какого? Вон как стоит на той стороне улицы у входа в подъезд. Он когда-нибудь стоял там? Всегда стоит. Это швейцар. Я просто поинтересовался. По-вашему, я дурочка? Нет, ну что-то вас, несомненно, тревожит. Я понял, это еще в парке. Я могу довериться вам целиком и полностью? Ну, как другу. Я не психопатка. Не истеричка. И то, что я вам сейчас скажу, чистая правда. Вы знаете, что он похитил мою собачку? Кто? Мистер Эксы из Калифорнии. Он похитил мою годовалую собачку. Но могу положиться на вас?
От меня никто ничего не узнает. А зачем ему понадобилось похищать вашу собачку? По-вашему, я это выдумала? Нет, 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 вы говорите, что похитила, верю. Да потому что она исчезла, она знает дорогу домой, она любит меня, почему она не идет? Значит, ее где-то держат в заперти. А вы обращались в полицию? А какой смысл, если полиция с ним заодно? Как? Полиция замешана в похищении вашей собачки? А как же, мафия! Многое могла бы порассказать о людях, с которыми встречалась. В один прекрасный момент я напишу книгу и назову всех, 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 все имена, все даты, все адреса, никого не пощажу. И президентов, и политиков, всех, всех, всех. Но я уверен, что иногда вам попадались и хорошие люди. Нет. Как нет? Нет. Как нет? Вы не будете фигурировать в моей книге. Вот спасибо. Вы человек славный. Вот спасибо. У вас такие добрые руки. Я по ним еще в парке поняла, что вы человек славный. Я все могу узнать о человеке по его рукам. О, боже мой, какая прелесть, вдруг запахло устрицами. Что? Что? Откуда вдруг запах устриц? Понятия не имею, понятия не имею. Бобби, вы, конечно, понимаете, что я пригласил вас исключительно из соображений удобства. Вы хотели отдать мне $100, и я счел, что здесь нам будет спокойнее, чем в парке. Ой, как я тоскую по моей собачке. Он похитил ее, потому что ревновал меня ко всем и ко всему. Он не допускал мысли, что у меня может быть что-то свое. Машина, собака или карьера. В особенности карьера. Он знает, что у меня небывалый талант и хочет помешать мне. Пусть это дело его, а меня ничто не остановит. Талант есть, остальное вопрос времени. Вы знаете, что он меня убрал из мюзикла «Кокосовая роща»? Об этом вы слышали? Я? Да. Откровенно говоря, нет. День премьеры, сразу после генеральной, а я была бесподобна. Вы можете спросить моего агента, он человек беспристрастный, даст вам восторженный отзыв. Пожалуйста, можете спросить. А вас разве не удивляет, что мое имя совершенно не упоминается в голливудской прессе? Я как-то не задумывался. У меня был двухнедельный контракт с кокосовой рощей. Им пришлось уплатить мне колоссальную неустойку, но премьеру спеть мне не дали. Кто, по-вашему, это устроил? Кто устроил? По-моему, мистер Икс. Да, потому что он знал, что на премьере будут все голливудские продюсеры. А позвольте задать вам еще один вопрос. У меня была лучшая на побережье оркестровка для выступления в ночных клубах. Так? Так. Кто же, по-вашему, украл партию трубы за 5 минут до моего выхода на сцену? По-моему, тот же человек, что похитил вашу собачку. Вот я вас вычислила. Ах, я вас поймала. Зачем вы с ними заодно? Откуда вам это известно? Боже мой, сохрани! Клянусь вам, ничего подобного. Нет, я лучше выпью. Нет, это невозможно. Черт. Ой. Вот почему мне пришлось уехать из Калифорнии. Он блокировал буквально каждый мой шаг. Он даже пытался упечь меня в психиатрическую лечебницу. Ой, зачем? Как зачем? Чтобы не упускать из виду. Собственно говоря, я тут сама виновата. Я прикинулась ненормальной. Зашла в магазин и разыграла нервный припадок. Но как разыграла? Тут же явилась полиция и карета скорой помощи. Я думала, он следовал за мной по пятам, иначе каким образом карета скорой помощи могла явиться буквально через 5 минут после полиции. Кто мог ее вызвать? А? И что же они сделали? Кто? Карета скорой помощи. Задержали для обследования. И отправили домой? Ну, разумеется, через 3 месяца. А, что это вы делаете? Что? Я думаю, он подкупил их. Иначе какой смысл им было держать меня столько времени в психушке? В психушке? Ой. Собственно говоря, я не возражала, потому что я не возражала, там было совсем неплохо. А я как раз в это время была без работы. Вот я и спрашиваю вас, легко ли выдержать подобные испытания? Нет, трудно. Очень. Боб, не надо плакать, я вас умоляю.
Очень трудно, очень трудно. Позвольте, я вас переодену. Можно? Можно? Не надо плакать. Я вас умоляю. Не надо плакать. Не надо. Может быть, не согласится пойти в мюзикл к Мерику, а? Но я думаю, что они отказали вам. От кого вы это слышали? А вы мне сами сказали. Помните? Нет, я ничего подобного не говорила. Я сказала, что они взяли негритянку. Да, но роль-то вы не получили. Что вы имеете в виду? Ничего, ничего. Ровным счетом ничего. Только, пожалуйста, не сердитесь на меня. Я ни на кого не сержусь. Нет, ну вы, кажется, расстроились. Нет, я не расстроена, я не сердита. Я не на взводе. Но завестись могу. Ну, совершенно зря, совершенно зря. Дело в том, что время уже позднее. И вы хотите, чтобы я ушла? Ну, не то, что я хочу, чтобы вы ушли, но позднее но время. Вам было бы приятнее, если бы я ушла? Ну, причем-то приятнее, не приятнее. Не позднее волнуйтесь. Время. Да, да, я не собираюсь предпринимать никаких попыток. Попыток каких? Что вам еще пришло в голову? Ничего. Просто я подумала, что вы заметили шрамы на моих руках. Но вы на ложном пути. Ничего я не заметил. Понятия не имел, что они у вас есть. Какое мне дело до ваших шрамов? Я плевала цветы на окне, стекло разбилось и перерезало мне вены. Бывает, бывает. Очень часто бывает. Я знаю целый ряд людей вот с такими шрамами. Бывает, что бывает, то не бывает. Не надо. Да, не надо. Мне действительно пора идти. Ой, как жалко. Тут только мы успели разговориться, но раз надо, так надо. Ничего не попишь. Идемте, идемте, идемте. Пару затяжек перед выходом на улицу. Сейчас? Может, вам лучше сделать это дома. Предписание врача. Я не хочу нарушать предписание врача, но, как я сказал, вам лучше сделать это дома. Вы обещали покурить со мной позднее. Я сказал, может быть, позднее. Может быть. Вы сказали позднее, я помню. Сказал, может быть, позднее. Я точно помню, что поставил, может быть, перед позднее. Мы еще говорили о несчастном случае с мексиканцем в мотеле. Отказывать даме невежливо. Причем? И я не уйду отсюда, как пока не вы уйдете? Не покурите. Как не уйдете? Даже если бы ей пришлось остаться здесь навсегда. Навсегда? Ну, навсегда. Ну, хорошо. Одну затяжку. Одну легенькую затяжку. Мне действительно пора приниматься за работу. Морские рассказы? Да. Сухопутные. А сценарий вы не можете? Все напишу. Все напишу. Затянусь разок. Закройте и приступаю глаза. К работе. Мне некогда закрывать глаза. Пожалуйста. Вот. Пожалуйста. Все. Все. Фу. Все, окей, с этим покончено. Нет, я хочу посмотреть, как вы затянетесь еще разочек. Не на что смотреть, не на что смотреть. Вы это тысячу раз уже видели. Почему вы не хотите вдохнуть? Вдохну, вдохну, смотрите, вдыхай. О, Господи. Теперь глотните. Теперь выдохните. Боже мой, не выдыхается, она осталась во мне. Не волнуйтесь, голубчик, так должно быть. Через несколько мгновений у вас во рту пересохнет, а пальцы начнет слегка покалывать. Кроме острой боли, ничего. Во рту пересыхает? Немножко. Ой, о, ой, о, теперь начинает пересыхать. Ой, ужасная гадость. Ой, а качает, а пересохла. Травка качественная. Качественная. Пальцы покалывает? Да. Ой, ой. А где, а я чей язык? Где мой язык? Ой, больше никогда не заговорю. Не сопротивляйтесь, голубчик, расслабьтесь. Не сопротивляюсь. Уже. Перестал. А теперь... Пусть все будет. Наслаждайтесь. Попробую, попробую. Ой, ой, сердце. Сердце, и чувствую свое сердце. Куда делось мое сердце? Распахните свое сердце. Распахните его навстречу людям. Уже распахнул. Я иду, куда не знаю, но иду. Идите, голубчик, идите, идите. Хоть раз в жизни дайте себе волю. Дал, дал. Господи, сколько я выстрадала. Слышал, слышал. Жду не дождусь выхода вашей книги. Я вам уже рассказала о человеке из Калифорнии. О похитителе собак? О точильщике зубов рассказали. Что поделаешь, я любил его. Вы-то знаете, что такое любовь? Сразу видно, что вы много страдали из-за нее. Боже мой, боже мой, боже мой. Одинокому человеку так трудно пробить себе дорогу в этом мире. А ведь я так мало прошу. Один спектакль, только один спектакль. Талант есть, остальной вопрос времени. В том-то и дело, Боб, в том-то и дело. Но нет. Нет. Люди не хотят тебе добра. Все завистливые, злые. Я так много хотел сделать, и ничего не вышло.
так много мест хотел повидать и никогда не увижу. Обманули. Всех нас обманули. На помощь! Помогите! Больше всего сейчас людям любовь нужна, но исчерпанная запас в мире почти до дна, в мире почти до дна.